Я живу в Таиланде. И здесь зимой такая же жара, как и летом. Тайцы думают, что снег, он теплый, как сахарная пудра. Я тоже хочу увидеть снег. И еще, тайцы верят, что перед Новым годом все желания сбываются. Самое главное, это посильнее разбежаться и прыгнуть. Я замерз. Люди! Ну и сон приснился. Завтра Новый год, а в Таиланде плюс 35. А вдруг это вещий сон? Самое главное, теплую одежду не забыть. Шапочка. Ну что, пробуем? Самое главное, это посильнее разбежаться и прыгнуть. Действительно сладкий. Вообще-то это новогоднее кино. С Новым годом всех!